Я продолжаю вас знакомить со своей системой периодизации. На предыдущих двух неделях мы с вами поработали. Одну неделю целиком и полностью посвятили гликолитическим мышечным волокнам, затем целую неделю тренировали окислительные мышечные волокна. Сегодня мы с вами поработаем над быстрыми, высокопороговыми мышечными волокнами, что поможет нам рекрутировать больше двигательных единиц и, соответственно, мышечных волокон, что также качественно скажется на нашей с вами физиологии, так как больше нервных окончаний будет включаться в работу, что поможет нам в будущем, работая над гипертрофией окислительного мышечного волокна и гликолитического мышечного волокна. Периодизация рулит! Всем вперед! Привет, друзья! Я продолжаю вас знакомить со своим планом периодизации, как я циклирую нагрузки. Вы помните, а кто не помнил, обязательно посмотрите мои предыдущие две недели, где мы с вами прокачали гликолитические мышечные волокна на одной неделе. На широчайшие и трицепс. Ноги. А на другой неделе прокачивали окислительные мышечные волокна.
Почему нужно качать оба типа мышечного волокна? Все очень просто. Наукой давно доказано, что и окислительное, и гликолитическое мышечное волокно имеет одинаковый потенциал роста. Другими словами, окислительное мышечное волокно увеличивается ровно настолько же, гипертрофируется, насколько способно гипертрофироваться гликолитическое мышечное волокно. Сегодня мы с вами начнем первую тренировку. Это будет такой микс. И прокачивать мы будем высокопороговые быстрые мышечные волокна. Для чего это нужно делать и как это делать? Все очень просто. Для того, чтобы рекрутировать как можно больше мышечных волокон. Но, помимо всего этого, именно данный вид тренинга позволяет вам настраивать связи между мозгом и мышцами. Увеличивается нейронная сеть. А чем больше нейронов, тем больше будет мышечных волокон подключаться к работе. Но не будем вдаваться в дебри, просто доверьтесь мне, я так тренируюсь, так тренируются мои ученики, и все мы получаем хороший, полезный опыт и результат. Тем более, что все это подтверждено наукой. Вы можете пересмотреть видеоролики с Виктором Николаевичем Сюльяновым, почитать специфическую литературу и убедитесь, что обстоят дела именно так, как я вам и рассказываю. Работать мы будем с околопредельными весами от 80 до 90%. Кто-то, может быть, и на 95 сможет работать. На 2-5 повторений. Все очень просто. Естественно, необходимо в начале разминка. Общая разминка, затем экстензии. И начинаю я сегодня со становой тяги. Делаю 4 разминочных подхода, выставляю рабочий вес и делаю 5 рабочих подходов на 2 повторения. Отдыхаю между подходами где-то 2 минуты, иногда 3. Так как веса не предельные и я не иду на предельное количество возможных повторений, отдыхаю я и восстанавливаюсь гораздо быстрее, чем в другие тренировки. Хочу напомнить вам, что вышли в свет 2 мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Fuck Fitness». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. Следующее упражнение будут жимы гантелей сидя. Вы можете попробовать делать армейский жим стоя. Я не очень часто делаю его, потому что испытываю проблемы с плечевыми суставами. И очень часто, когда я работаю на больших предельных весах, это вызывает у меня рецидивы. Потом плечи болят очень и очень долго. Именно суставы. Чтобы этого избежать, я работаю с гантелями. То же самое сделал 4 разминочных подходика. Плавно подошел к рабочему весу и сделал 5 рабочих подходов на 5 повторений. Следующее упражнение – подтягивание на кольцах. Почему я подтягиваюсь на кольцах? Опять-таки это связано с травмой плечевых суставов. На кольцах мне гораздо легче подтягиваться, потому что тело подстраивается под кольца, кольца подстраиваются под мою биомеханику, и мне легче выполнять упражнения. Если вы испытываете проблемы такие же, как и я вам настоятельно рекомендую подтягиваться именно на кольцах. Те же самые 5 рабочих подходов на 5 повторений. Можно сделать и больше, но основная задача в сегодняшнем тренинге, несмотря на то, что мы работаем с предельными весами, это максимально попытаться ускоряться в начале движения. Движение должно быть очень мощным. Но негативная фаза остается все равно подконтрольной, друзья. Следующее, что я сделал, это голень сидя. Тоже с большими весами, естественно, сделали разминку и поработали 5 по 5. Будьте очень осторожны, если вы сделаете маленькое количество разминочно-подводящих подходов, особенно в голени, то вы сможете ее травмировать.
вы можете испытывать проблемы, никогда не игнорируйте разминочные подходы. Так поступают только полные дебилы. Заключительное упражнение сегодняшнего дня – это подъемы штанги на бицепс. Я буду делать у стены, не очень соблюдая правильную, идеальную технику именно в строгом подъеме на бицепс, но все равно прижимаясь и спиной, и ягодичными мышцами, для того, чтобы целиком и полностью постараться сосредоточиться именно на работе бицепса. То же самое, разминочные подходы 4, а затем 5 по 5. Мощно и хорошенько чувствуя на каждом участке амплитуды работу наших с вами бицепсов. Несмотря на то, что у нас не было никакого закисления, несмотря на то, что мы не выдерживали все факторы роста, все равно памп после такой тренировки очень и очень хороший. Вы это почувствуете на себе. Друзья, спасибо, что смотрите. Обязательно ставьте лайк, пишите, как вам понравилась данная тренировка. Ставьте дизлайк, если вдруг не понравилось. И когда опробуете ее, я жду ваши комментарии, ваши отзывы в комментариях. Очень важно и интересно почувствовать то, что действительно прочувствовали вы во время данной тренировки. Да, друзья, не забывайте делать гиперэкстензии в конце вашего тренинга и заминку. Это очень и очень важно. И поверьте мне, тренируясь подобным образом, вы разгружаете свою психику, вы разгружаете свою центральную нервную систему, вы прогрессируете и уберегаете себя от травм. И что самое главное по науке, вы даете своим миофибрилам целиком и полностью сформироваться, вырасти, окрепнуть. Это очень и очень важно. Друзья, спасибо, что смотрите меня. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, смело ставьте палец вниз, но обязательно отпишитесь в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И еще очень важный момент. Если хотите не пропускать мои ролики, обязательно нажмите на колокольчик, потому что по новым правилам YouTube, если вы этого не сделаете, вы можете пропустить следующий ролик. А я думаю, никто из вас, кто хочет грамотно тренироваться, не хочет пропускать мои новые ролики. По крайней мере, я на это надеюсь. И обязательно делитесь в соцсетях моими видеороликами. Заходите на мой сайт, вступайте в мою закрытую группу. Давайте вместе двигаться по этому прекрасному жизненному пути под названием Iron Religion. Помимо тренажерного зала, еще играю в хоккей вратарем. Вы знаете, это очень и очень сложно. Постоянно сел, упал, встал, сел, упал, встал. Ноги закисляются очень быстро. И именно такие тренировки помогают мне находиться на пике выносливости. При этом объемы ног у меня не страдают. Не пропустите вторую тренировку данного цикла, где мы с вами проработаем быстрые, высокопороговые мышечные волокна, хорошенько поприседав, поработав над ногами, а также поработаем в вашем любимом упражнении – жиме штанги лежа. Во всех движениях мы будем делать 5 по 5. И, естественно же, не забудем про трицепс, где поработаем в шикарнейшем, одном из лучших упражнений, жим штанги узким хватом. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Nordtrop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат.
Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal. Я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии, но самые большие проблемы – это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют, у меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная, она будет абсолютно бесплатно для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Ну что, друзья, Animal North Drop настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте по промокоду Heavy Metal вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов. Ну что, увидимся уже скоро, в следующий раз в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.